Здравия желаю, уважаемые подписчики и гости канала. Значит, удалось сейчас собрать вот этот галоген, уже для отопления пойдет. Видите, галоген вот не такой, не на 20 ватт. Две лампочки я запитывал. Это галоген на 55 ватт. То есть температура его сейчас замерим. Градусник. Я замерял перед этим 100 было. 100 с лишним. Видите, 81. Видите, 91, 92. Видите, 100 градусов. Галоген нагревается до 100 с лишним градусов. До 100 градусов. Вот этот галоген. Лампочка 55 ватт. Вот она. То есть мощная. Ну, конечно, на самозапитие, само собой, видите. То есть только отдает назад в сеть. Так как здесь до 100 градусов нагревается, то понятно, что больше, чем в сети идет. Применяется выпрямитель 24 вольта, 2,5 ампера. И лампа галоген 55 ватт. И это можно отапливать помещение вполне. Вот небольшое. Ну, хотя бы курятник там, мастерскую. То есть система работает нормально. На самозапитии. Так как выход отсюда, нагрев больше, чем приходит. И поэтому откатывается назад. Да еще импульсами. Благодарю за внимание. Значит, будем продолжать опыты на галогене. Добивать до конца. И все выкладывать в дальнейшем. Спасибо всем.